скачать один мод, и вы не обращаете на вот этих живых мобов, которые здесь купаются, я просто баловалась. В этом мире, я хочу вам сказать, немножко читерский мод, даже, нет, он вообще читерский мод. А еще я вам хочу показать второй мод на динозавр. Динозавр. Да, только он добавляет всего одного динозаврика. А, также с помощью какого-то те же нейфрита можно будет получить. И почему меня так тормозит Майнкрафт опять? Ну, ёшкин кот, всё же было нормально. Короче, ребят, я сейчас перезайду. Всё, теперь, ребят, всё нормально. Вот, давайте сначала посмотрим динозавриков, а потом уже посмотрим... Полдерева нету. Я взяла... Тогда я просто первый раз играла в Майнкрафт, и я взяла просто... Старый мир, этот текст посвящается всем, кто ушел навсегда 27. На нас а мод немного баганый, пропадает текстурки, а у него ноги как-то шевелится. Его нельзя убить, я пробовала, я скачивала мир Спанч Боба, кстати, на эту карту тоже. Ну, эту карту. Вот, просто застыл, стоит так. А вот видите, вот так. Так, ладно, это мы рассмотрели. Я, кстати, этот мод пробовала. Хотела заснять серию. Начнем вот с этого. Это самое банальное. Нажимаем один раз палочкой. И у нас падает морковка. У нас падает морковка. Хотите морковку, будет вам морковка. Не хотите, идти к носатам, скрафтите просто эту палочку. Я, кстати, даже не знаю, как смотреть крафт. Честно! Можете мне написать, как называется мод, чтобы смотреть крафт? Не на компьютере, на телефоне. Никогда не ты вообще никуда не иди. Умри. Умри. Да умри же ты наконец. Аллилуйя. Так, с морковкой все понятно. Дальше. У нас... Что? Уголь! Просто много раз нажали. Вот! Смотрите, сколько угля. Дальше. Дальше что у нас находится? Арбузик! Вау! Много нажали! Хотите много арбузиков? Просто много нажали и все! Дальше. Много раз нажали. Получили очень много картошки. Смотрите, у нас тут целый сад. Я тут еще первый вот так набросаю. Дальше. Хотите много изумрудов? Нате, просто. Хотите много железных свитков? Легко, просто много нажали этой палочкой. Все. Дальше. Хотите много золотых свитков? Пожалуйста. Счастье вам ограничено. Давайте. Ну здесь хотя бы нормально. Давайте я хотел здесь пробовать. Ну сейчас. А, так.
вот эти как раз... что делаем? Вот эти все силы так, ну. Давайте продолжим. Так, это у нас что? А, и самое типа, это... алмазы. Хотите очень-очень много алмазов? Они просто сыпятся с неба. Смотрите, нажала, смотрю, они просто сыпятся. Просто сыпятся, сыпятся с неба. Смотрите, сколько алмазов. И пока я тестирую дерьмо, смотрите, сколько у меня всего набрано. Сколько у меня всего набрано. Этот мод. Сегодня не добавил. Это очень, кстати, мало. Ой, даже не знаю. Я не смотрю, кто не добавил. Я смотрю, сколько человека как оценило. И, кстати, он меня много раз лагал. Я заходила, брала эти палочки. У меня Майнкрафт просто застывал так на месте. Хорошо, все. У меня вечно будет скин Стива. Знаете почему? Потому что, когда я нажимаю на скин, чтобы там, ну, делать любой другой скин, да. Но почему-то постоянно крашится Майнкрафт. О, дождь и алмазы с неба. Этот трек посвящается им, кто покинул наш мир молодым. Дождь и алмазы с неба. О, шикарно. Ну ладно. Всем пока-пока.